Здравствуйте, если меня кто-то видит, то напишите, пожалуйста, слышно ли меня? Хорошо ли слышно? Прям словами напишите. Алло. Если меня кто-то видит сейчас и слышит, то напишите, пожалуйста, слышно ли. Ага. Спасибо, Аня. Спасибо. Ну что же, привет, привет всем из Одессы. Я сейчас в Одессе. Живу во дворце. И по четвергам у нас, если кто постоянно ходит сюда, по четвергам мы делаем такие упражнения по работе с вниманием. И последние несколько недель мы обращались к работе с фокусированием. То есть мы выбирали какой-то фокус и наблюдали, как он влияет на нас. Собственно, сам объект и фокусирование именно на этом объекте. Сегодня хотел бы обратиться к теме отвлечений. Отвлечений от фокусирования. Это неминуемо, это происходит со всеми, то есть мы стараемся направлять куда-то внимание, а внимание всегда куда-то убегает. И поэтому наша задача просто его возвращать. И вообще-то, когда мы говорим о традиционной такой практике осознанности, которая на языке пали называется сати, это переводится как памятование, как такое вот возвращение себя присутствие. То есть, сколько бы вы раз не отвлекались, вы всегда можете вернуть себя, вернуть к выбранному фокусу. И я считаю, что для нас важнее не просто тренировать вот эту однонаправленность внимания, вот какую-то непрерывность фокусирования, а важнее скорее умение возвращать свое внимание, сколько бы вы раз не отвлекались. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы потренировали именно этот навык, возвращать свое внимание и замечать, как мы отвлекаемся и как мы возвращаемся. Для фокуса давайте возьмем дыхание, причем дыхание так вот, как вам будет это удобно, как вам удобно быть с ним, с дыханием. То есть в той точке вашего тела, где вы его чувствуете лучше, где вы его замечаете лучше, так, как это приятнее, так, как удобнее быть с ним. Это может быть дыхание в ноздрях, когда воздух проходит через ноздри, вы его чувствуете его. Это может быть в гортани, это может быть движение грудной клетки или живота, или весь поток дыхания, неважно, как вам это удобнее. И вот это будет нашим фокусом, но главным фокусом будет сами отвлечения. То есть старайтесь замечать, как именно внимание уходит на что-то другое и каким образом вы его можете вернуть к этому своему дыханию. Ну что ж, давайте начнем. Но настройка у нас всегда одна и та же. Мы переключаем внимание на разные каналы восприятия для того, чтобы как-то вот войти в контакт с реальностью, с тем, где мы находимся, как мы себя сейчас чувствуем. И начнем мы с визуального канала и просто осмотрите то пространство, то помещение, где вы сейчас находитесь. Просто так покрутите головой и поприкасайтесь своим вниманием к различным поверхностям, формам, обнаруживая их цвета, оттенки, замечая их. Замечая какие-то мелкие детали. И даже если это очень знакомое вам пространство, скорее всего, все равно найдете
какие-то мелочи, незамеченные раньше. Просто вот на что внимание обратиться само. Вот в первую часть мы его просто отпускаем, позволяем ему гулять и прикасаться к различным объектам. Хорошо, и теперь переключим внимание на слух. Для этого давайте закроем глаза. Просто позвольте мягко закрыться, и мы послушаем звуки, все звуки, которые есть прямо сейчас. Также можем обратить внимание на то, что слух, он устроен по-другому, чем зрение. Когда мы слушаем, мы действительно выхватываем какие-то объекты из пространства, а слушать мы можем все пространство целиком. Конечно, мы тоже обращаем внимание на наиболее сильные какие-то выдающиеся звуки из общего фона. Тем не менее, мы можем сейчас постараться как-то расширить, раскрыть свой слух и слушать объемно, слушать все пространство со всеми его звуками. Хорошо. И теперь еще раз переключим внимание на тело. Вот такую физическую нашу составляющую восприятия. И начнем с позы, насколько она для вас сейчас удобна, устойчива. Почувствуйте это. Если нужно как-то сесть устойчивее, укорениться, как-то поменять позу, то сделайте это прямо сейчас. Хорошо. И давайте сделаем еще несколько глубоких вдохов и мягких длинных выдохов. И замечаю при этом, что меняется. Вот когда вы обращаете внимание на свое дыхание и немножко удлиняете выдох, отпуская его, расслабляя и удлиняя, то как это влияет на вас, на ваше общее состояние? И со следующим выдохом давайте мы приведем свое внимание к точкам опоры в область таза. И вообще почувствуем всю эту нижнюю часть тела, начиная от поясницы и вниз к ногам. Если вы обнаружите там или будете обнаруживать какие-то напряжения, такие вот втягивания, подтягивания, то по мере обнаружения мы можем их так как-то мягко расслаблять, освобождать. Позволять телу как будто бы оседать немножко, усаживаться плотнее. Просто чувствовать с каждым выдохом, что тело оседает чуть-чуть, и можем чувствовать вот эту плотность контакта, что по мере расслабления мышц ягодиц, ног, мы как будто бы уплотняем этот контакт, как будто бы немножко утяжеляемся внизу, позволяем весу тела стекать вниз. И просто заметьте, обратите внимание, как это на вас влияет, когда вы как будто бы чуть больше укореняетесь, заземляетесь, чувствуете физический контакт с опорой. Как это влияет на вас в целом?
на ваше состояние? Влияет ли как-то? Хорошо. И затем обратим внимание на макушку головы. И потянемся за ней. И сразу опять же почувствуйте, как это на вас влияет, влияет ли как-то, что это меняет. Вот по контрасту с предыдущим, когда мы обращали внимание на опору, что вы чувствуете, когда вытягиваетесь вверх? Как тело реагирует? Как реагируют плечи, грудная клетка, дыхание? Обычно хочется делать вдох поглубже. Вот почувствуйте, как для вас это. И как это влияет на ваше внутреннее состояние, когда вы немножко вытягиваетесь вверх, когда вы как будто бы открываетесь к небу, к верхней части пространства. Хорошо, и затем постараемся привести к балансу вот эти два полюса. Обратим внимание на них оба. Можем с каждым выдохом немножко отпускать вес тела, чувствуя опору. Со вдохом вытягиваться вверх. Затем обратите внимание на всю линию, соединяющую макушку и таз. Если нужно, так покачайтесь немножко вперед-назад и поищите центр. Поищите вот эту вертикальность позы, улавливая вот это чувство опоры на себя, чувство внутреннего стержня. Затем останьтесь вот в этой позе, чувствуя достаточно тяжелый устойчивый низ, достаточно открытый, такой вот вытягивающийся вверх, растущий вверх. Вверх, макушку головы и всю эту линию, соединяющую два полюса, этот позвоночный столб, на который опирается тело. И почувствуйте, как вам с этим, как вот эта поза влияет на вас, что она вам сообщает, что вам дает, какое состояние проявляет, воплощает собой. Затем, стараясь удерживать вот эту структуру, такую базовую, можем немножко смягчить мышцы, добавить мягкости. Просто пройдем по телу вниманием и начнем с мышц вокруг глаз, позволяем смягчиться. Затем нижняя челюсть, позволим ей повиснуть. Почувствуйте язык во рту. Что он мягкий, достаточно тяжелый. Затем левая половина лица и правая половина лица. Все лицо одновременно. Затылок, шея, плечи. Руки от плеч до пальцев. И вся спина сверху донизу. Сохраняя ее прямоту, мы можем постараться смягчить какие-то мышцы. С мягким выдохом. И потом передняя поверхность. Тоже горло. Центр груди и вся грудная клетка, солнечное сплетение, живот, пахопромежность, таз, ноги от тазобедренных суставов к стопам,
и все тело как единое целое. Почувствуйте себя сейчас в теле, телом, утелешенными. Как вот вам сидится сейчас? Что выражает собой эта поза? Какие чувства, какие состояния она проявляет собой? Ну, и давайте, чтобы не было так все серьезно, немножко улыбнемся. Просто растяните губы в улыбке и постарайтесь так вот половить такой отклик внутренний вот на это физическое движение губ, даже если оно достаточно механистично. Когда вы растягиваете губы, но старайтесь почувствовать вот этот отклик, который рождается в губах и, может быть, уходит куда-то в горло, в грудь, как такими лучиками. Какое-то едва заметное ощущение приятности, удовольствия, какой-то щекотки такой. И мы можем улавливать вот это ощущение и позволять улыбке случаться. И потом, может быть, оставляя часть внимания вот на этом приятном ощущении, мы можем переключиться в большей степени на дыхание, чем так вот, как я говорил в начале. Найдите способ бытия со своим дыханием, даже не наблюдение дыхания, а способ быть с ним. Способ чувствовать его, переживать его прямо сейчас. Такой способ, какой был бы вам наиболее удобным. Любую точку в теле или все дыхание, весь поток дыхания. Там, где вы чувствуете его лучше всего. И там, где вы чувствуете его приятнее всего. Может быть, на вдохе, когда вы как будто бы пьете это дыхание, позволяя ему входить в тело, в легкие. Или наоборот, на выдохе, когда дыхание истекает из вас, вы как бы отпускаете его, и в то же время вместе с выдохом что-то освобождается в теле. Может быть, даже во время паузы. Может быть, вам будет приятно, приятен весь поток дыхания от начала до конца. Найдите тот способ, как вам было бы удобно и приятно быть со своим дыханием. И пусть это будет сейчас нашим фокусом, вот это удобство и приятность дыхания. Никак его не меняя специально. Скорее, следуя за ним, за его изменениями, если ему захочется измениться. Но при этом еще таким вот более даже главным фокусом для нас будут моменты отвлечения. То есть для нас важно быть алертными, бдительными. Замечать, как именно отвлекается внимание, куда именно оно отвлекается. Отмечать те мгновения, когда оно отвлекается. И мягко возвращать его. И опять же, обращая внимание на то, как мы возвращаем внимание к выбранному объекту.
И оставшееся время вот так посидим.
Что ж, давайте потихонечку будем завершать. И снова опустите внимание в точки опоры. Почувствуйте опору. Сделаем несколько вдохов поглубже, более расслабленных выдохов. Потянемся, как-то подвигаемся. Помните себя, потрите, если нужно. В какой-то момент откройте глаза, если они были закрыты, и еще раз оглядите пространство. Может быть, заметите как-то, что ваше внимание, что ваше восприятие изменилось визуальное чуть-чуть. Вот. Ну, и, соответственно, если у вас будут какие-то отклики, то пишите, может быть, прямо здесь, под этим видео. А если вопросы, то лучше их задавать отдельным постом, чтобы я их точно увидел, мы их точно увидели, что под видео там не всегда все это видно. Спасибо всем за соучастие. Вот. И пока.